Добрый день, уважаемые телезрители! Вы смотрите очередной информационный выпуск «Новости района». В студии работает Навсет Бричева. С ежегодным докладом о результатах деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Кашхабльский район за 2022 год на очередной сессии Совета народных депутатов выступил Заур Хамирзов. 17 февраля глава администрации Кашхабльского района Заур Хамирзов представил ежегодный отчет о результатах деятельности муниципального образования в 2022 году. В мероприятии, которое прошло в актовом зале администрации района, приняли участие председатель Комитета Республики Адыгея по взаимодействию с органами местного самоуправления Руслан Кидакоев, депутаты Госсовета ХАСы Республики Адыгея, прокурор района, главы сельских поселений, представители правоохранения, охранительных органов, духовенства и общественных организаций, руководители образовательных учреждений и учреждений культуры, старейшины района, начальники управлений и отделов администрации района. В своем докладе Заур Хамирзов рассказал о состоянии дел в экономике, дорожном строительстве, благоустройстве, образовании, культуре, спорте и других направлениях жизнедеятельности муниципалитета. Уважаемые депутаты, приглашенные сегодня, в своем ежегодном докладе я хотел бы остановиться на основных результатах развития Кашхабльского района за прошедший год. Как и предыдущие годы, в 2022 году приоритетной целью в развитии нашего района оставалось обеспечение достойного качества жизни населения с учетом состояния экономики, сельской инфраструктуры и реальных социальных возможностей. Минувший год был наполнен большими преобразованиями во всех сферах жизнедеятельности района и, безусловно, оставил свой добрый след в его истории. Он прошел под эгидой столетия государственности Адыгеи. Празднованию значимой для республики даты сопутствовали различные праздничные и культурно-массовые мероприятия, активное участие в которых приняли и жители нашего района. Знаковую дату отметили и наши братские республики, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария, чьи делегаты посетили нашу республику и наш район в рамках культурного обмена. Отрадно отметить, что многие наши уважаемые земляки были удостоены юбилейной медали к столетию образования Адыгеи из другого региона Марата Карлибьевича Кумпилова. Не менее значимым событием стало открытие соборной мечети по улице Кашхабль, ставшей центром духовной и просветительской жизни района. Сегодня же, подводя итоги работы за истекший период 2022 года, можно отметить, что большинство намеченных задач реализованы во многих сферах, включая образование, здравоохранение, культуру, спорт. Некоторые вопросы находятся на стадии выполнения и решения. Есть безусловные проблемы, над которыми нам еще предстоит работать. По-прежнему актуальным остается решение демографической ситуации, находящейся на особом контроле углового региона и руководителей муниципалитетов. За минувший год на территории района проведено множество весомых мероприятий, способствующих укреплению института семьи. Проводилась масштабная работа по пропаганде семейных ценностей. По состоянию на 1 января 2023 года общая численность населения района составила 29 569 человек, в том числе 7597 пенсионеров со средней пенсией 15 330 рублей, 6 614 детей, трудоспособное население 15 358 человек. Средняя продолжительность жизни в Кашхабльском районе составляет 73 года 3 месяца. Последние годы в районе наблюдается превышение уровня смертности над рождаемостью, что сказывается на естественной убыли населения. В 2022 году родилось 239 детей, аналогичный период прошлого года – 283, что составляет 84,5% к предыдущему году. Количество умерших – 413 человек, аналогичный период прошлого года – 434 или 95,2%. В среднем по району число умерших 1,7 раза превысило число родившихся. Много внимания уделяется социальной поддержке семей, имеющих детей. Выплаты на детей 2150 семей с детьми составили 205 миллионов 300 тысяч рублей. За 2022 год 6433 человека получили различные виды социальных выплат на общую сумму 262 миллиона рублей, что на 12% больше уровня 2021 года. Социальные выплаты – это тоже часть доходов семьи, которые влияют на качество жизни населения. Решение демографических вопросов, поддержка материнства и детства всегда были и будут в числе приоритетных. В рамках реализации муниципальной программы по социальной поддержке граждан в минувшем году было выдано 157 детских наборов для новорожденных, аналогичный период прошлого года 283 набора, на сумму 427 300 рублей.
В канун Нового года работники бюджетной сферы, а также предприниматели района вручили игрушки и сладкие подарки 900 детям из многодетных малоответственных семей, детям-сиротам, детям с ограниченными возможностями здоровья. В том числе 93 подарка получили дети из семей участников специальной военной операции. Напряженной остается ситуация в сфере семейных отношений. За год зарегистрировано 75 браков и 119 разводов. На протяжении последних лет администрация района стимулирует закрепление жителей в районе путем их участия в различных госпрограммах по улучшению жилищных условий. 5 молодым семьям вручены свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение строительства жилья на общую сумму 6 700 000 рублей. Не менее важное направление – забота о детях, оставшихся без попечения родителей. В 2022 году для них было приобретено 3 жилых помещения на сумму 3 500 000 рублей. На очереди еще 43 ребенка, оставшихся без попечения родителей, из которых у 23 наступил возраст для приобретения жилья. В 2022 году разносторонняя социальная помощь оказана семьям мобилизованных участников специальной военной операции. В районе был открыт пункт приема гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик в рамках республиканского проекта «Мы вместе». Всего было собрано более 3000 единиц предметов первой необходимости. Дети из семей мобилизованных граждан освобождены от родительской платы в детских садах и школах. 55 семьям, участников специальной военной операции, оказана материальная помощь на сумму 1 миллион 68 тысяч рублей на различные цели. Это приобретение дров, одежды детям, ремонт домового отделения, кровли, отопление, реструктуризация долгов по оплате ЖКУ, газификация. По линии соцзащиты выплачена единовременная помощь 57 гражданам, прибывшим из Херсонской области на сумму 5 миллионов 7 тысяч рублей. 74 гражданам, находящимся в пунктах временного размещения на сумму 1 миллион 480 тысяч рублей. 61 человеку, прибывшему с территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей на сумму 610 тысяч рублей. 35 детей мобилизованных граждан получили адресную помощь на общую сумму 700 тысяч рублей. 5 семьям погибших военнослужащих и 5 раненым военнослужащим произведены выплаты на сумму 8 500 000 рублей. Вопросы безработицы также являются индикатором социального благополучия населения. Сегодня ситуация на рынке труда в районе оценивается как стабильная. Уровень регистрируемой безработицы на 1 января 2023 года составил 1%. Численность безработных граждан 141 человек. Всего в органы занятости по вопросам трудоустройства за год обратилось 587 человек, из которых 354 были признаны безработными. Трудоустроено 284 человека. В Кашхабском районе через МФЦ и его филиалы оказывается 130 услуг, из которых 81 услуга федеральных органов исполнительной власти, 40 услуг региональных органов власти и 11 услуг муниципальных образований. За 2022 год в многофункциональный центр АО «Кашхабль» и его филиал обратилось 23 699 человек, которым оказано 31 576 услуг, из которых 162 услуги – это услуги муниципального уровня. За отчетный период органами местного самоуправления населению оказано более 24 тысяч услуг. Сбалансированный бюджет – основа для уверенного развития муниципалитета и главный инструмент, позволяющий достичь поставленных перед районом целей и задач. Главным условием выполнения принятых социальных обязательств населением муниципалитета является наполняемость бюджета. Исполнение консолидированного бюджета муниципального образования Кашхабльского района за 2022 год характеризуется следующими основными итоговыми показателями. Общий объем доходов консолидированного бюджета муниципального образования Кашхабльского района составил 1 миллиард 353 миллиона рублей, в том числе районный бюджет 1 миллиард 272 миллиона рублей, бюджеты поселений 483 миллиона рублей. Из общего объема доходов консолидированного бюджета района налоговые и неналоговые доходы составили 240 миллионов 900 тысяч рублей, из которых налоговые и неналоговые доходы бюджета районного уровня 165 миллионов 900 тысяч рублей, налоговые и неналоговые доходы бюджета поселений 75 миллионов рублей, безвозмездное поступление 1 миллиард 112 миллионов 200 тысяч рублей, из которых дотации составили 264 миллиона 100 тысяч рублей, субсидии 515 миллионов 600 тысяч рублей, субвенции 311 миллионов 400 тысяч рублей, иные межбюджетные трансферты 18 миллионов 600 тысяч рублей, прочее безвозмездное поступление 6 миллионов 200 тысяч рублей. Это средства, поступившие на реализацию мероприятий программы комплексного развития сельских территорий. Доходы бюджетов от возврата бюджетами бюджетной системы остатков субсидий прошлых лет 2 миллиона рублей.
Возврат целевых остатков, образовавшихся на 1 января 2022 года, республиканский бюджет Республики Адыгея составил 2 700 000 рублей. Исполнение консолидированного бюджета муниципального образования Кашхабльский район по налоговым и неналоговым доходам к уточненному годовому плану составило 100,4%, отклонение от плановых показателей на 900 000 рублей. Фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов за предыдущий 2021 год составило 206 миллионов 100 тысяч рублей, в том числе районный бюджет 142 миллиона 600 тысяч рублей, бюджеты сельских поселений 63 миллиона 500 тысяч рублей. То есть по отношению к прошлому году поступления составили консолидированный бюджет района 116,9% на 34 миллиона 800 тысяч рублей больше, чем в 2021 году. Районный уровень бюджета 116,3% на 23 миллиона 300 тысяч рублей больше, чем в 2021 году. Бюджеты поселения 118,1% на 11 миллионов 500 тысяч рублей больше, чем в 2021 году. Наибольший рост сложился по налогам на доходы физических лиц. Темп роста по данным платежам уровня прошлого года составил 122,7%. Рост поступлений обусловлен увеличением размером рот и увеличением плановых целевых показателей по оплате труда работникам бюджетной сферы, подпадающих под действие майского указа президента Российской Федерации. Расходы консолидированного бюджета района за 2022 год составили 1 миллиард 342 200 тысяч рублей. Из них заработная плата с начислением на нее 619 миллионов 400 тысяч рублей или 46,1% от общей суммы расходов. Расходы бюджета муниципального района составили 1 миллиард 264 миллиона 500 тысяч рублей, из которых расходы на заработную плату составили и начисления на нее составили 570 миллионов 700 тысяч рублей или 45,1% от общей суммы расходов. Расходы по основным бюджетам, бюджетным сферам за 2022 год составили 666 миллионов 200 тысяч рублей, в том числе в сфере образования 605 миллионов 600 тысяч рублей, в сфере культуры 60 миллионов 600 тысяч рублей. В 2022 году на реализацию муниципальных, ведомственных и комплексных программ было направлено 1 миллиард 186 миллионов 500 тысяч рублей или 90,8% расходов бюджета района. По непрограммным направлениям расходов исполнение составило 78 миллионов или 6,2% от общей суммы расходов бюджета. По итогам 2022 года целевые ориентиры по исполнению указов президента Российской Федерации, касающихся уровня средней заработной платы педагогических работников, общеобразовательных, дошкольных образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей и работников культуры исполнены в полном объеме. За 2022 год общая сумма контрактов, заключенных муниципальным образованием Кашхабльский район, составила 184 миллиона 500 тысяч рублей. Осуществлено 56 закупок. Экономия бюджетных средств составила 8 миллионов 380 тысяч рублей, или 4,3% от начальной максимальной цены контракта. От того, насколько успешно работают наши промышленные предприятия, напрямую зависит рост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, а также обеспеченность рабочими местами. Отрасль промышленного производства района охватывает сферу добычи полезных ископаемых, а также перерабатывающую сферу. В 2022 году прирост производства и отгрузки товарной продукции в целом по районам составил 29,2% к уровню предыдущего года и составил более 4 миллиардов 700 миллионов рублей. Тем самым плановые прогнозные показатели исполнены на 149%. Основной объем отгруженной продукции приходится на долю ООО «Мамрука», «Южгазэнерджи», «Адыгейнеруд», «Кашхабльский сырзавод», «Владимирский карьер», «Питумопт», «Стройресурс». Пищевая и газодобывающая промышленность являются приоритетными отраслями для нашего района. Одним из важнейших социальных критериев является доход населения, из которых основной – это заработная плата. На сегодняшний день рабочие места для трудоспособного населения и потребности в рабочей силе формируют 170 предприятий, это 2700 работников, а также 764 ИП, это 340 работников, более 700 занятых граждан. За минувший год работа по легализации трудовых отношений позволила вывести из теневой занятости 107 работников. Работодатели района смогли сохранить тенденцию ежегодного увеличения среднемесячной заработной платы. За 2022 год прирост составил 16,3% от уровня 2021 года и достиг 37 505 рублей по крупным и средним предприятиям. Исполнение показателя KPI по уровню заработной платы на предприятиях бюджетной сферы достиг 31 402 рубля за январь-ноябрь 2022 года. На предприятиях небюджетного сектора 24 454 рубля.
Тем самым за прошлый год выполнены плановые значения по показателю эффективности деятельности высших должностных лиц по субъектам Российской Федерации, темп роста среднемесячной заработной платы работников организации. Работа по повышению легализации заработной платы является для нас одним из основных приоритетов и должна продолжаться путем тесного сотрудничества и взаимодействия всех структур, имеющих к этому отношение. Привлечение инвестиций является одним из важнейших факторов роста экономики, который влияет на уровень и качество жизни населения. В районе сформирован инвестиционный паспорт, где собрана вся необходимая информация и нормативная база для инвесторов, включая свободные земельные участки и площадки, которая размещена в свободном доступе на официальном сайте администрации района. Основными источниками инвестиций являются собственные средства предприятий, а также средства бюджета всех уровней, инвестируемые в ходе программных мероприятий. В последние годы участие Кашхабрского района в программных проектах по улучшению коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов является одним из факторов повышения инвестиционной привлекательности района, которые позволили привлечь в 2022 году бюджетные инвестиции на сумму 512 миллионов рублей. Общий объем инвестиционных вложений в основной капитал за 2022 год по крупным и средним предприятиям без МСП составили 320 миллионов рублей, что способствовало исполнению планового показателя эффективности деятельности органов местного самоуправления по объему инвестиций в основной капитал. Газодобывающим предприятием «Южгаз Энерджи» капитальное вложение направлено на ремонт скважины и обновление оборудования на сумму 139 миллионов 500 тысяч рублей. ООО «Мамрука» идет ежегодную модернизацию оборудования действующего производственного цикла. Сумма инвестиционных вложений предприятия составила 38 миллионов 200 тысяч рублей. В районе с 2021 года реализуется масштабный проект по строительству массово-экстракционного завода производительностью 500 тонн в сутки ИП «Мамрукова Руслана» на земельном участке общей площади 5,9 гектара. Планируемый объем инвестиций по проекту составляет 2 миллиарда 300 миллионов рублей, а также предусматривает создание 250 рабочих мест. С начала реализации проекта объем вложенных средств составил более 350 миллионов рублей. В районе имеется 7 инвестиционно привлекательных площадок в 5 поселениях, на которых возможна реализация различных проектов. Нам необходимо продолжить развивать инвестиционно привлекательную среду для потенциальных инвесторов. Серьезным резервом развития района и улучшения социального климата, безусловно, является успешное продвижение малого и среднего бизнеса. Сегодня деятельность в сфере малого предпринимательства реализует 2154 человека. Предпринимательская деятельность привлекла в виде налоговых платежей в районе бюджета 53 миллиона 600 тысяч рублей, что на 25,8% выше уровня прошлого года, а также составляет 22,2% от общего объема налоговых и неналоговых поступлений. Большинство малых и средних предприятий охватывает сферу услуг, торговли, строительства, сельского хозяйства. Бесспорно, что лидирующая роль принадлежит предпринимателям торговой сферы. Это более 55% от общего числа. В нашем районе представлены крупные сетевые компании, реализующие продовольственные товары населению. Это сеть магазинов «Магнит», «Пятерочка», «Ассорти Экспресс», «Доброцен». В 2022 году дополнительно введено в эксплуатацию 7 новых объектов розничной торговли, что привело к росту общей торговой площади района на 529 квадратных метров. Наличие такой инфраструктуры формирует конкурентную среду в экономике и дает возможность удовлетворить свои потребительские предпочтения в своем районе, не выезжая за его пределы. Потребительская сфера муниципалитета насчитывает более 260 объектов, где трудится более 2000 человек. Важнейшим критерием развитости потребительского рынка является обеспеченность населения торговой площадью, которая на сегодняшний день составляет 10 900 квадратных метров. Обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей достигла 360 квадратных метров, что на 28,6% больше установленного норматива обеспеченности. Оборот розничной торговли на 88% формируется розничными торговыми предприятиями, остальные 12% – это доля ярмарочной торговли. Наша приоритетная задача – увеличение мест торговли для реализации сельскохозяйственной продукции. С этой целью в 2022 году проводилось 154 ярмарки на 90 торговых мест, работа которых носит еженедельный характер. Тем самым создаются условия для стимулирования конкуренции, развития мелкорозничной торговли, противодействия росту цен на социально значимые товары. Для решения задач по развитию деятельности субъектов МСП на муниципальном уровне сформирована комплексная система финансовой, имущественной, информационно-консультационной и организационной поддержки предпринимателей. Более 80 представителей МСП нашего района смогли принять участие в мероприятиях региональных проектов национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Центром поддержки предпринимательства Республики Адыгея выделено нашим предпринимателям 8 займов на сумму 27 миллионов 300 тысяч рублей.
предоставлено два поручительства на сумму 21 миллион 700 тысяч рублей, что позволило им привлечь кредитные ресурсы в размере 31 миллиона рублей. В рамках муниципальной поддержки выделено в качестве субсидии на поддержку субъектов МСП 100 тысяч рублей. В части имущественной поддержки на начало 2022 года в перечень включено 35 объектов муниципальной собственности, из которых 31 объект передан в аренду предпринимателям района. Активная работа администрации по вовлечению в оборот ранее неиспользованных земельных участков и передаче их в аренду, эффективное администратирование платежей и потенциальная исковая работа способствуют пополнению доходной части бюджета, о чем свидетельствуют цифры. За 2022 год в консолидированный бюджет района поступило доходов от аренды земли в сумме 48 миллионов 200 тысяч рублей, что на 3,7% больше предыдущего года. Агропромышленный комплекс является основой многоотраслевой экономики муниципалитета, служит главным источником доходов для 2500 человек, занятых на предприятиях агропромышленного комплекса. Производство сельскохозяйственной продукции в Кашхабльском районе сосредоточено на 7 предприятиях, а также в 245 фермерских хозяйствах. Ежегодно наши сельхозпроизводители внедряют передовые технологии, приобретают современную технику и оборудование, закупают крупный рогатый скот, что позволяет им развиваться и получать прибыль. Труженикам и селам в 2022 году произведено 119 800 тонн зерна. Это 107% к уровню прошлого года с учетом зернобобовых культур при урожайности 52,7 центнера с гектара. Посевная площадь в 2022 году составила 34 206 гектаров. Площадь зерновых и зернобобовых составила 18 565 гектаров или 103,2% к уровню прошлого года. В 2022 году сложились более благоприятные погодные условия, что повлияло на получение высокой урожайности сельскохозяйственной культуры. Все необходимые обработки посева выполнены в оптимальные сроки и с высоким качеством. Урожай основной зерновой культуры озимой пшеницы составил 79 200 тонн. Применение современных технологий выращивания сельскохозяйственных культур, наличие квалифицированных кадров, современная техническая база позволяет достичь высокого уровня развития растениеводства в районе. С одного гектара аграрии получили в среднем по 55,6 центнера. Лидером среди производителей зерна стало предприятие «Премиум», урожайность зерна которого достигла 72,7 центнера с гектара. Производством животноводческой продукции в Кашхабльском районе занимаются 8 крестьянско-фермерских хозяйств, а также личные подсобные хозяйства. Поголовье КРС в прошлом году составило 9796 голов, в том числе фуражных коров 5154 головы, что на 100,2% выше уровня прошлого года. Благодаря участию в программе «Агростартап» в минувшем году гранты получили 16 крестьянских фермерских хозяйств на общую сумму 30 миллионов 200 тысяч рублей, за счет чего удалось приобрести 7 тракторов и 8 единиц навесного инвентаря. За период с 2012 по 2022 год в Кашхабльском районе за счет участия в программных мероприятиях 112 крестьянско-фермерских хозяйств получили господдержку на общую сумму 253 миллиона 100 тысяч рублей, из которых 56 хозяйств направили деньги на отрасль растениеводства, 22 хозяйства на развитие животноводства. Удалось создать в целом по району 95 рабочих мест. Животноводы района сохранили положительную динамику по производству мяса, молока и яиц. Поголовье овец и коз в количестве 24 945 голов является самым крупным в республике Адыгея. Поголовье свиней 990 голов. Производство мяса, скот и птица на убой в живом весе по итогам года достигло 4597 тонн, что составляет 102,1% к уровню прошлого года. Валовый надой молока в районе на 1 января 2023 года составил 26777 тонн, что составляет 101,1% к уровню прошлого года. Закладкам многолетних насаждений в районе в последние годы уделяется особое внимание. Заложено всего 119 гектаров, в том числе за 2022 год 3 гектара черешни. Из общего числа многолетних насаждений яблони занимают 70 гектаров, черешни 24 гектара, сливы 14 гектаров, вишни 8 гектаров. Ягодными культурами занимаются 5 хозяйств. Клубника выращивается на площади 4 гектара, малина на 2 гектара, ежевика 2 гектара. Валовый сбор ягодных культур составил 4 тонны 500 килограммов. С каждым годом все больше хозяйств занимается овощеводством и ягодными культурами. В прошлом году овощеводством занимались 6 хозяйств, валовый сбор составил 285 тонн. В основном выращивают такие культуры, как помидоры, огурцы, лук, чеснок. Валовый сбор картофеля составил 200 тонн.
Объем финансирования по всем видам субсидирования в Кашхабльском районе за 2022 год достиг 72 миллиона 500 тысяч рублей, что является немаловажным подспорьем для 92 фермерских хозяйств. Нам следует активнее развивать крестьянское фермерское хозяйство, оказывать содействие в расширении их производственной базы и участвовать в различных федеральных и региональных программах. Актуальным в районе всегда остаются вопросы благоустройства, строительства и жилищно-коммунальной инфраструктуры. В настоящее время на территории района осуществляет свою деятельность 7 строительных организаций. За 2022 год застройщикам выдано 100 разрешений на строительство, в том числе 87 объектов – это ИЖС, общей площадью 7900 квадратных метров, а также 12 объектов капитального строительства. За этот же период выдано 11 разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства. За период 2022 года введено в строй 9300 квадратных метров жилья, что составляет 143,7% уровня 2021 года. Наша задача – сохранить позитивную динамику и в текущем году. Решение проблем ветхого и аварийного жилья, расположенного на территории района, в 2022 году осуществлялось в рамках адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, за счет которой удалось переселить 142 собственника 79 жилых помещений площадью 3311 квадратных метров на общую сумму 109 миллионов 400 тысяч рублей. Администрация района уделяет самое пристальное внимание работе управляющей компании и программам по ремонту жилого фонда, обустройству дорог территорий. Обслуживанием и ремонтом системы жизнеобеспечения в районе занимаются три управляющих организации. Паспорт готовности к отопительному сезону был своевременно получен. Объекты жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы были подготовлены к работе в зимних условиях. Не было допущено аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения района. В минувшем году завершены ремонтные работы на участке теплотрассы к жилым многоквартирным домам по улице Филатова, поселке Майский. Также в рамках подпрограммы энергосбережения и повышения энергетической эффективности выполнены работы по замене теплообменников котельной номер 1 поселке Майский на общую сумму 2 миллиона 100 тысяч рублей. Актуальным на сегодняшний день остается вопрос содержания жилищного фонда. По программе «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» по улице Кашхабль и поселке Майский удалось провести работу по капремонту 5 многоквартирных домов. Ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт подвальных помещений, замена кровли, ремонт фасада на общую сумму 4 миллиона 900 тысяч рублей. На протяжении 5 лет на территории муниципального образования успешно реализуется региональный проект формирования современной городской среды, благодаря которому в 2022 году в ауле Кашхабль выполнено благоустройство общественной территории на сумму 713 тысяч рублей. Обустроены дворовые территории в поселке Дружба по улице Заводская на сумму 2 миллиона 600 тысяч рублей, а также в поселке Майский по улице Филатова на сумму 2 миллиона 700 тысяч рублей. В рамках программы комплексного развития сельских территорий проделан значительный комплекс работ. В 2022 году выполнены работы по реконструкции подъездных дорог к школе номер 5 и дому культуры АО Чипсин на общую сумму 22 миллиона 300 тысяч рублей. Завершена реконструкция подъездной дороги к школе хутора Карбалино-Гидроицкий протяженностью 518 метров на сумму 19 миллионов 600 тысяч рублей. В селе Вольное построен физкультурно-оздоровительный комплекс на сумму 63 миллиона 200 тысяч рублей. Построен физкультурно-оздоровительный комплекс в ауле Игрухарь на сумму 69 миллионов 200 тысяч рублей. Проведены мероприятия по улучшению качества инфраструктуры в сфере здравоохранения. Завершено строительство врачебной амбулатории в селе Вольное на сумму 37 миллионов 300 тысяч рублей. И поселке Майский на сумму 46 миллионов 500 тысяч рублей. Построен дом культуры в поселке Майский с общим объемом финансирования 101 миллион 200 тысяч рублей. В школе хутора Козенок-Ужорский построен и введен в эксплуатацию спортивный комплекс общей площадью 540 квадратных метров стоимостью 30 миллионов 200 тысяч рублей. В 2022 году завершена газификация всех населенных пунктов района путем окончания строительства распределительного газопровода низкого давления в хуторе Красный Фарс протяженностью 3 км 200 метров на сумму 4 миллиона 300 тысяч рублей. Хочу отметить, что в порядке софинансирования данной программы было собрано 6 миллионов 200 тысяч рублей вне бюджетных средств. Отдельные слова признательности хочу сказать жителям, предпринимателям и организациям, активистам общественного самоуправления. Благодаря вашему участию сегодня жизнь на местах меняется, и очень важно, чтобы вы готовы брать на себя ответственность и участвовать в совместной работе. Данная работа продолжается и в текущем году путем формирования проектно-сметной документации для участия в вышеуказанной программе, которая дает возможность отремонтировать и построить новые социальные объекты.
Согласно федеральному закону о газоснабжении в Российской Федерации, в 2022 году на территории района продолжается реализация программы социальной догазификации, которая позволяет бесплатно доводить газ до границ земельных участков граждан. В рамках госпрограммы догазификации 11 человек получили социальный контракт на газификацию жилого домовладения на сумму 1 100 000 рублей. В данную программу включено 495 домовладений и 100% от существующей потребности. Не менее важная отрасль, которая формирует комфорт, качество жизни и удобство жителей, это развитие дорожной сети, которая содержится за счет средств дорожного фонда. По итогам года в дорожный фонд района поступило 24 миллиона 200 тысяч рублей. За счет этих средств отремонтировано 45 километров 700 метров дорог на сумму 5 миллионов 800 тысяч рублей. Подключено 1214 светоточек на сумму 7 миллионов 500 тысяч рублей. Также выполнены мероприятия по расчистке каналов, кубетов до улиц, монтажу светильнику, ямочному ремонту, установке дорожных знаков. На территории муниципального образования Кашкабельского района находятся дороги общего пользования местного значения, располагающиеся в границах муниципального района общей протяженностью 579 километров 200 метров, включая 177 километров дорог общего пользования, а также 402 километра дорог местного значения. В целях решения вопроса по улучшению состояния автомобильных дорог на протяжении последних 3 лет мы участвуем в реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в ходе которого в 2022 году приведено в нормативное состояние автомобильные дороги местного значения протяженностью 6 километров 346 метров. В рамках госпрограммы «Профилактика правонарушений и предупреждения чрезвычайных ситуаций» реализовано мероприятие по обустройству пешеходных переходов по улице Чипсин и село Натырбово на сумму 1 миллион 400 тысяч рублей. В минувшем году на территории села Вольная создана пожарная часть с численностью работников 12 человек для обслуживания 5 населенных пунктов. Такая мера была вызвана территориальной удаленностью ближайшей части, находящейся в поселке Майский, что увеличивало время ожидания пожарников. В 2022 году были выполнены работы по расчистке защитной дамбы от растительности на реке Лаба в районе села Натырбово протяженностью 5 км 200 метров. Проведено укрепление бутовым камнем 2 участков протяженностью 195 метров. Общий объем финансирования на этой цели составил 28 миллионов 700 тысяч рублей. В течение последних 5 лет мы ведем планомерную деятельность по созданию удобных и многофункциональных общественных зон. Уверен, что наши жители оценивают работу в данном направлении только в положительном ключе. Об этом свидетельствует активное участие в программе «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности», которая осуществляется за счет грантов в сфере поддержки общественных инициатив и активного участия в ней предпринимателей и жителей. В 2022 году удалось осуществить следующие мероприятия. Это благоустройство парковой зоны по улице Чипсин, благоустройство парковой зоны по улице Шавгенова по улице Игрухарик, благоустройство территории, прилегающих к социальным объектам в село Вольное, ремонт тротуара по улице Степная Лукашхабль, благоустройство детской площадки хутор Игнатьевский, благоустройство подъездных путей к Дому культуры и врачебной амбулатории поселок Майский. Объем финансирования по указанным объектам составил 5 миллионов 400 тысяч рублей. В том числе средства от бюджетов поселений и средства, поступившие от населения предпринимателей, составили 1 миллион 300 тысяч рублей. Большое внимание на протяжении всего года отводилось вопросам чистоты населенных пунктов. Сельскими поселениями еженедельно проводилась акция «Чистый четверг». Всего в районе было организовано 27 субботников, в которых активное участие принимали депутаты, общественные организации и жители. Целью благоустройства общественных пространств является создание атмосферы комфорта и безопасности территории. Особое внимание уже уделяется условиям, в которых учатся и воспитываются наши дети. Образование – это инвестиция в человеческий капитал. В 13 дошкольных образовательных учреждениях района в отчетный период функционировало 65 групп, в которых насчитывалось 1332 воспитанника и 139 педагогических работников. Обеспечено с местами детей в возрасте от 1,5 лет в дошкольных образовательных учреждениях составляет 100%. Детские сады «Улыбка» поселки Майский и «Колосок» села Вольное признаны республиканскими инновационными площадками. В дошкольных образовательных учреждениях годным питанием было обеспечено 522 ребенка или 39% от общего числа воспитанников. В районе функционирует 13 общеобразовательных учреждений, где обучаются 3472 ученика. Число педагогических работников составило 366. По состоянию на 1 января 2023 года в школах района имеется потребность в учителях математики, информатики, физики, химии, биологии, русского языка. В настоящее время проблема нехватки кадров решается совместителями.
В целях проведения профориентационной работы с обучающимися и привлечения квалифицированных педагогических кадров реализуется муниципальная программа развития системы образования, в рамках которой предусматривается выплата единовременного пособия в размере 300 тысяч рублей молодым специалистам, поступившим на работу в учреждение образования района, и социальную выплату студентам в размере до 10 тысяч рублей в месяц, обучающимся по договорам о целевом обучении. Учебный год завершили 3472 обучающихся школ района, из которых на отлично закончили 422 учащихся, на хорошо и отлично на 1096 учащихся. 8 детей условно завершили учебный год с осенним заданием по одному или двум предметам. Аттестаты в основном общем образовании получили все 300 выпускников 9 классов школ района. Аттестат о среднем общем образовании получили 85 выпускников 11 классов, или 95,5%. 4 выпускника не получили аттестаты. 4,5%. Аттестаты особого образца и медали за особый успех в учении получили 6 выпускников. Самый высокий полученный в ходе государственной итоговой аттестации результат составил 94 балла. С 1 сентября 2022 года на базе школ номер 1 Алока Шкабль и номер 8 села Натыпово открыты и функционируют профильные классы. Школьная столовая села Вольная впервые в истории республики стала победителем в двух номинациях «Лучший школьный повар» и «Лучший тематический стол» в финальном этапе всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая» 2022 года, который прошел в городе Уфа, республики Башкортостан. Во всех образовательных учреждениях района созданы условия для выявления и развития одаренных ребят. 59 обучающихся образовательных учреждений района приняли участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Из них победителями стали 3 учащихся, призерами 11. В республиканских конкурсах победителями стали 11 учащихся, призерами 29. Хорошие достижения есть и у педагогических работников. Призерами всероссийских конкурсов стали 2 педагога, республиканских 5. Администрация района ежегодно оказывает поддержку одаренной молодежи. В 2022 году 38 студентов, выходцев из нашего района, получили стипендию имени Тимбота Кирашева за отличные успехи в учебе на общую сумму 190 тысяч рублей. Много перспективных идей и предложений было озвучено нашими студентами, принявшими участие ежегодно в межрегиональном слете талантливой молодежи ФИШТ с участием главы региона Мурата Кумбилова. В соответствии с указом президента Российской Федерации, обучающиеся 1-4 классов получали бесплатные завтраки за счет всех источников финансирования на сумму 13 миллионов 200 тысяч рублей. В районе работают 2 учреждения дополнительного образования, где занято 89 педагогов. На базе центра дополнительного образования в Кашкабльской детской и юношеской спортивной школе программами дополнительного образования было охвачено 4 тысячи обучающихся. Высокие достижения детей отмечаются на российском, региональном и муниципальном уровне. За отчетный период дети приняли участие в 19 мероприятиях различного уровня, заняли 39 первых и призовых мест. Приоритетом в районе остается патриотическое воспитание подрастающего поколения. Во всех школах созданы первичные ячейки юноармейских отрядов, куда входит 271 человек. Количество граждан, занимающихся добровольческой, волонтерской деятельностью в районе, составляет 3498 человек. В общеобразовательных учреждениях насчитывается 2500 добровольцев, из которых 1225 детей в 2022 году приняли участие в мероприятиях, проведенных в рамках российского движения школьников. Хочу отдельно остановиться на вопросах организации отдыха и оздоровления. За прошлый год оздоровительной кампанией было охвачено 822 ребенка. Из них при школьных лагерях района отдохнули 672 ребенка. В лагерях «Горный» и «Лань» поправили свое здоровье 148 детей. Один учащийся побывал в лагере «Артек», двое на Черноморском побережье в лагере «Смена». Улучшение материально-технической базы образовательных учреждений входит в число наших приоритетных задач. Для организации бесплатного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно используется 14 школьных автобусов. В 2022 году получен один новый автобус стоимостью 4 миллиона 600 тысяч рублей для школы номер 1. В рамках федерального проекта «Современная школа», национального проекта образования, открыты центры образования «Точка роста» на базе школ номер 4 АО Хачмезиев, номер 6 поселок Дружба, номер 12 Хутор Казино-Кужорский на сумму 3 миллиона 400 тысяч рублей. Общий объем финансирования по образовательным учреждениям в отчетный период составил 70 миллионов 900 тысяч рублей. Администрация района всегда уделяет пристальное внимание вопросам организации медицинского обслуживания населения и качества предоставляемых услуг. Совместно с руководством
Кашхабльской районной больнице решается вопрос о сохранении здоровья населения, повышении качества и доступности медицинской помощи. Главное из них – это профилактические меры по иммунизации населения, кадровое обеспечение, снижение смертности населения, улучшение материально-технической базы учреждений. Лечебная сеть учреждений здравоохранения района – это центральная районная больница и поликлиника, 6 врачебных амбулаторий и 11 ФАПов, круглосуточный стационар на 87 лечебных коек, 1 мобильный ФАП для проведения терапевтических и педиатрических приемов. Для оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях на базе районной больницы функционирует кабинет Центра онкологической помощи, где больные могут получать процедуры химиотерапии и реабилитации. За ушедший год в условиях дневного стационара была проведена химиотерапия 83 пациентам. На сегодняшний день в системе здравоохранения трудится 284 человека, в том числе 35 врачей, 127 средних медицинских работников, 122 работника прочего персонала. В 2022 году средняя заработная плата выросла и составила у врачей 56 924 рубля. Плановый целевой показатель по республике Адыгея у врачей 55 871 рубль. У среднего медицинского персонала 28 298 рублей. Плановый целевой показатель по республике Адыгея среднего медперсонала 27 935 рублей. В целом, по учреждению средняя заработная плата в сфере здравоохранения достигла 29 555 рублей. Несмотря на ежегодный рост уровня заработной платы в сфере здравоохранения, укомплектованность кадрами недостаточная. Мы испытываем острую нехватку таких специалистов, как кардиолог, офтальмолог, онколог, травматолог и многих других. В 2022 году 7 новых врачей поступили на работу в районную больницу, 6 уволилось. По программе «Земский доктор» 5 врачей получили господдержку по 1 миллиону рублей. Так, в целях сокращения кадрового дефицита по муниципальной программе поддержки и привлечения медработников один врач районной больницы в прошлом году получил служебную квартиру стоимостью 1 миллион 900 тысяч рублей. В текущем году планируется покупка служебного жилья для врача-терапевта врачебной амбулатории поселка Майский и врача-терапевта Кашхабльской церкви. Благодаря реализации нацпроекта здравоохранения в последние годы улучшилась материальная база лечебно-диагностического оборудования в районе. В целях модернизации первичного звена здравоохранения в 2022 году был приобретен и введен в эксплуатацию рентген-диагностический аппарат для проведения маммографической диагностики стоимостью 12 миллионов 900 тысяч рублей, а также флюорографический рентген-аппарат на сумму 14 миллионов 900 тысяч рублей. Был получен автомобиль для Охотинской амбулатории стоимостью 690 тысяч рублей. Цель создания оптимальной инфраструктуры медицинской организации ведется строительство врачебной амбулатории в поселке Дружба на сумму 25 миллионов рублей. Третий год в районе используется санавиация для доставки экстренных больных в республиканскую больницу для оказания им неотложной помощи. За истекший год было совершено 4 вылета в Кашхабльский район. По итогам 2022 года объем финансирования сферы здравоохранения района за счет всех источников финансирования составил 201 миллион 100 тысяч рублей. Хочется надеяться, что все проводимые в сфере здравоохранения реформы будут способствовать повышению качества и доступности медицинских услуг для нашего населения. Культурное и духовное развитие населения – немаловажная часть развития общества. В Кашхабльском районе функционирует 16 учреждений культуры, в которых работает 155 клубных формирований и занимается 2624 человека. Проведено 3460 культурно-массовых мероприятий, посвященных праздничным и юбилейным датам. В минувшем году в рамках акции «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры» проходил цикл мероприятий по благоустройству. В мероприятии приняли участие 5 волонтеров Центра добровольческого движения Республика Адыгея, волонтеры культуры из нашего района. Активно реализуется на территории нашего района программа «Пушкинская карта», в которой участвуют все учреждения культуры и которая призвана помочь подросткам и молодым людям приобщиться к искусству бесплатно, сходить в кино, театры, филармонии, на выставке. За минувший год по данной программе было приобретено 1022 билета на различные культурные мероприятия на общую сумму 152 450 рублей. Средняя стоимость билета составила 150 рублей. В отчетный период творческие коллективы учреждений района принимали участие в международных, региональных, республиканских фестивалях и конкурсах, где были удостоены звания лауреатов и дипломантов. За последние годы построено 2 и отремонтировано 4 дома культуры. Остальные дома культуры запроектированы на капитальный ремонт. На территории района функционирует 15 библиотек, центральная районная библиотека, детская модельная библиотека и 13 филиалов.
Их основной деятельностью является библиотечно-информационное обслуживание культурно-просветительской деятельности. В 2022 году указом президента был объявлен годом культурного наследия народов страны, в рамках которого для читателей библиотек были организованы выставки и мероприятия. Библиотечный фонд района насчитывает 2740 книг. Книговыдача составляет 35 931 экземпляр. Число пользователей более 13 тысяч человек. В минувший год библиотечная жизнь района отмечена участием в конкурсном отборе по модернизации библиотек в рамках национального проекта «Культура», по результатам которого Хоцинская сельская библиотека вошла в число победителей. Ее создание запланировано на нынешний год, она станет третьей модельной библиотекой в районе. Подключение к электронному каталогу системы автоматизации библиотек ИРБИС-64. 8 библиотечных специалистов прошли дистанционное обучение по востребованным в библиотеках компетенции с получением удостоверения о повышении квалификации. На комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек в рамках проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» было выделено 162 тысячи рублей. Важную роль в деле сохранения здоровья населения играет физическая культура и спорт. Около 15 тысяч жителей района на систематической основе занимаются физической культурой и спортом. Их количество с каждым годом увеличивается, что является планомерным результатом работы органов местного самоуправления по улучшению материально-технической базы путем участия в программных инфраструктурных проектах. В районе насчитывается более 110 объектов спорта. Имеется 81 плоскостное спортивное сооружение общей площадью 80 тысяч квадратных метров. В рамках госпрограммы Республики Адыгея «Развитие физической культуры и спорта» оборудована и введена в эксплуатацию умная спортивная площадка в ауле Бичепсин стоимостью 26 миллионов 300 тысяч рублей. В сфере физической культуры и спорта занято 62 человека, работает 89 секций по 11 видам спорта. Охвачены все населенные пункты района, в которых занимаются 1194 детей. Регистрацию в системе ГТО прошли 8738 человек, тестирование прошли 9816 жителей района. Спортсмены района ежегодно приумножают футбольные традиции, достойно выступая на различных соревнованиях районного, республиканского и всероссийского уровня. В рамках всероссийского проекта «Мини-футбол в школу» наши футболисты стали призерами республиканских финальных соревнований, а также заняли первое место в Республике Адыгея в двух возрастных группах. Команда Кашкабского района стала чемпионом первенства Республики Адыгея по футболу. В рамках проекта «Мини-футбол в школу» ЮФО и СКФО в Ставрополе завоевало второе место. Немало достижений у наших спортсменов на всероссийском и международном уровне. Нельзя не отметить засежего Аслана, занявшего второе место на Кубке России и второе место в международном турнире по тяжелой атлетике, а также Дохова Азамата, ставшего победителем чемпионата вооруженных сил по самбо. Значимым спортивным событием стало конно-спортивное состязание Кубок Республики Адыгея по конным пробегам, впервые прошедшее на территории нашего района по улице Бичепсин. Мероприятие собрало участников из Адыгеи, Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской республики, Ставропольского и Краснодарского краев. Спортсмены из нашего района принимают активное участие во многих соревнованиях, становясь победителями и призерами, демонстрируя достойный уровень спортивной подготовки. На сегодняшний день все наши спортивные объекты доступны для всех слоев населения, что должно стать фактором активного приобщения жителей к спорту. Немаловажным для успешного социально-экономического развития района является обеспечение общественной безопасности. Благодаря слаженной работе администрации района, сельских поселений, всех силовых структур, полиции, прокуратуры, районного и мирового судов, оперативная обстановка в районе остается стабильной. За прошлый год зарегистрировано 175 преступлений, в 2021 году 168 преступлений или плюс 4,2%. Из них раскрыто и расследовано 141 преступление. Процент раскрываемости составил 8,6%. В сфере так называемой пьяной преступности зарегистрировано 37 случаев, что на 15,9% ниже уровня 2021 года. Увеличилось количество краж на 51,3%, что говорит о необходимости усилить работу в этом направлении. Нас радует тот факт, что в истекшем году не выявлено случаев подростковой преступности, но работа в этом направлении необходимо продолжить. За 2022 год на дорогах Кашкабского района произошло 24 дорожно-транспортных происшествия, в аналогичный период прошлого года 19, в результате которых пострадало 32 человека, аналогичный период прошлого года 25, погибло 7 человек, аналогичный период прошлого года 9 человек. В районе осуществляет деятельность 9 добровольных народных дружин ДНД, которые принимали активное участие в рейдовых мероприятиях по соблюдению детского закона, правопорядка в местах массового скопления граждан, соблюдению правил дорожного движения.
В 2022 году с участием добровольных народных дружин прошло 33 рейдовых мероприятий. Успешно продолжаем практику проведения сходов граждан в сельских поселениях. Благодаря подобному живому диалогу удается узнать о проблемах и чаяниях людей, детально разобраться в каждом возникающем вопросе и сделать все возможное для его решения. В данном направлении плодотворно и конструктивно взаимодействуем с главами сельских поселений, депутатским корпусом, общественными организациями, такими движениями, как Адыгахаса, Совет ветеранов, Общество инвалидов, Казачье общество, Союз женщин, Общество слепых. В составе этих организаций неравнодушные, активные и компетентные общественники, готовые защищать интересы населения, поднимая и решая общественно значимые вопросы с полной ответственностью и осознанием гражданского долга. Так, в 2022 году на мероприятия, проводимые организациями, было направлено 737 тысяч рублей. По инициативе председателя общественного движения Адыгахаса Амина Нишикуева в поселке Сахай Майкопского района на месте последнего боя шести партизан, выходцев из Кашхабльского района, был установлен мемориальный камень. Также у здания Дома культуры АО Игорь Хай был установлен мемориальный камень в память о жертвах Кавказской войны. Инициатором мероприятия в очередной раз выступило общественное движение Адыгахаса. Ежегодно памятные мероприятия, такие как шествие бессмертного полка 9 мая, День памяти жертв Кавказской войны, День освобождения Кашхабльского района от фашистских захватчиков, День памяти и скорби и многие другие не менее значимые даты проводятся с участием старейшин района и подрастающего поколения. Большим подспорьем в решении насущных проблем и оперативном реагировании на обращения граждан стало внедрение в работу муниципалитетов, социальных сетей ВКонтакте, Одноклассники и Телеграм-каналов, где отображается социальная, политическая, экономическая, культурная, спортивная жизнь населенных пунктов. Публикуются материалы, имеющие большой спрос среди пользователей социальных сетей. Совместно с Центром управления регионом в нашем районе на протяжении нескольких лет эффективно реализуется система инцидент-менеджмент, благодаря которой нам удается оперативно реагировать на поступающие негативные комментарии и в кратчайшие сроки давать разъяснения по тем или иным вопросам. В среднем время ответа составляет 26 минут. Мы всегда держим руку на пульсе и стараемся своевременно решать проблемы наших жителей. За 2022 год в адрес муниципальных образований района поступило 312 обращений. Время рассмотрения обращений составляет в среднем от 1 до 7 дней. На приеме в главу района побывало 161 человек, в глав сельского поселения 285 человек. В числе актуальных вопросов, волнующих жителей, по-прежнему остаются дороги, сфера ЖКХ, благоустройство, социальная газификация. Продолжают поступать обращения жителей в традиционной письменной форме, на которые мы реагируем незамедлительно. Уважаемые коллеги, подводя итоги работы во всех сферах жизнедеятельности района, хочется сказать, что даже в это непростое время мы сумели решить насущные проблемы в развитии социальной сферы экономики. Нам удалось не только сохранить стабильность, но и создать условия для дальнейшего развития района. Хочется выразить искреннюю признательность главе Республики Адыгея Мурату Тагирбичу Кумпилову, Кабинету министра Республики Адыгея, Государственному совету Хаса Республики Адыгея, Совету народных депутатов муниципального образования Кашхабльский район за помощь и поддержку в решении различных насущных вопросов социально-экономического развития Кашхабльского района. Также выражаю благодарность всем, кто работал на благо района, главам сельских поселений, руководителям организаций, предприятий, трудовым коллективам, активным жителям, всем, кто своим каждодневным трудом носил вклад в успех общего дела. Уверен, что 2023 год принесет району еще больше возможностей. Совместными усилиями мы можем сделать многое для улучшения качества жизни граждан, сохранения стабильности, уверенности в завтрашнем дне. В завершении сессии Совет народных депутатов Кашхабльского района решил принять к сведению отчет главы района, его деятельность и деятельность администрации муниципального образования за 2022 год признать удовлетворительной. В ауле Кашхабля открыт пункт обмена книгами. Необычная книжная полка располагается в самом центре аула. Подробнее в нашем следующем сюжете. Такое явление, как буккроссинг, известно, наверное, уже многим. Любой может взять понравившуюся книгу, разумеется, совершенно бесплатно там, где это место предусмотрено. Хорошая новость для любителей проводить свой досуг за чтением. По инициативе администрации района в Кашхабле появился первый книгообменник. Необычная книжная полка располагается в самом центре аула. Теперь здесь можно не только отдохнуть в тени деревьев, но и приобщиться к миру литературы. Первые книжки в этот домик со стеклянной дверцей положили старшеклассники обеих школ районного центра. На самом деле мы очень рады тому, что в нашем районе появился книгообменник. Книгообменник – это обычный стеллаж,
своеобразный бесплатный книжный магазин. Любой человек может прийти, взять книгу свою любимую или оставить, что уже прочитал. Сегодня мы принесли сказки для маленьких детей и литературу для взрослых. Каждый желающий может взять отсюда книгу и поставить свою, которой хотел бы поделиться. В этом и заключается основная идея буккроссинга – непрекращающийся обмен книгами. Данная точка будет работать ежедневно и будет находиться под круглосуточным видеонаблюдением. Надеемся, что это место станет востребованным как среди молодежи, так и взрослого населения. В канун Дня защитника Отечества в физкультуро-оздоровительном комплексе аула Кашихабль было проведено спортивное мероприятие «Веселые старты», собравшее детей и всех школ района. Сегодня, 22 февраля, в физкультурно-оздоровительном комплексе имени Мухарбия Киржинова аула Кашихабль прошло спортивное мероприятие «Веселые старты», посвященное Дню защитника Отечества. Организатором спортивного мероприятия выступила комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования Кашхабльский район. В эстафете принимали участие учащиеся школ района, в том числе и дети, состоящие на профучете. Сегодня, 22 февраля, мы проводим конкурс «Веселые старты», посвященные празднованию 23 февраля. Организатором данного мероприятия является комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав межмуниципального района Кашихабльский и межмуниципальный отдел МВД России Кашихабльский. Участниками конкурса являются дети, подростки и несовершеннолетние. Цель данного мероприятия – сплотить, обобщить и поднять патриотизм несовершеннолетних. На мероприятии присутствовали первый заместитель главы Кашхабльского района Руслан Ямыков, директор Кашхабльский КЦСУН Сальман Малахов, директор ДЮСШ Беслан Дохов. Сегодня мы все вместе должны для себя понять и самое главное – показать и рассказать другим, что мы за здоровый образ жизни. Все мероприятия проводим в единстве, что мы всегда нацелены на победу, что мы всегда хотим быть первыми. Я вам желаю сегодня общей победы, хорошего здоровья, великолепных эмоций, которые мы сегодня отсюда унесем. И всех поздравляю с наступающим праздником, Днем защитника Отечества. Всех с наступающим праздником, растет новое поколение. Те пацаны, на которых рассчитывает наша Родина в будущем, поколение, которое растет и в современном мире, отрадно видеть, что столько желающих посоревноваться, поучаствовать в праздничном мероприятии, это здорово. Поэтому всем вам удачи, молодцы! Программа мероприятия была довольно насыщенной. Спортивный праздник начался с разминки. Команды были смешаны из разных классов, поэтому силы каждой команды были равны. В основной части спортивного праздника – эстафеты. Командам были предложены занимательные конкурсы с бегом, прыжками и эстафеты с мячами. Скорость, быстрота, гибкость были их незаменимыми спутниками. Атмосфера спортивного праздника была и радостная, и в то же время напряженная, ведь соревновались сильные соперники, а победить должен был сильнейший. Болельщики переживали за свои команды, все старались изо всех сил прийти к финишу первыми. Проведенный спортивный праздник сплотил ребят и никому не оставил равнодушным. Участвуя в мероприятии, ребята почувствовали себя сплоченным коллективом. Соревнования стали настоящим праздником спорта, здоровья и молодости. По итогам соревнований первое место заняла команда из села Натырбово, второе – учащиеся Кашхабльской школы номер один, третье место – команда из Егерхая. Всем участникам вручили грамоты и медали, а также по инициативе социальной защиты ребятам были вручены сладкие подарки. Это была последняя информация на сегодня. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго, до свидания.